Сегодня покажу, как сделать анимацию лица в Roblox Studio. Это может пригодиться для общения в соцсетях, если вы не хотите показывать свое лицо, или для YouTube. Как это сделать, я нашел на сайте Create Roblox. Там все подробно описано, но я решил сделать для вас простой ролик с туториалом. Эта функция работает только с анимированными лицами, поэтому нужно зайти в магазин аватаров, головы, и здесь их очень много. Есть как бесплатные, так и платные. У меня стоит вот это. Теперь заходим в Roblox Studio и создаем свой плейс. Сразу же, после того, как мы создали наш плейс, заходим в игру. Это нужно для того, чтобы вытащить нашего персонажа. После того, как мы заспавнились, справа у нас появляется наша моделька. Ее мы копируем, нажав клавиши Ctrl-C, и выходим из игры. Теперь мы можем ставить нашего персонажа, нажав на клавишу Ctrl-V. Еще раз напомню, что на персонаже обязательно должно быть анимированное лицо, потому что эта функция работает только на них. Персонажа мы настроили, теперь нужно настроить Roblox Studio. Заходим в файл и Beta Functions. Здесь нужно поставить галочку на Face Capture. Можно сохранять. Чтобы запустить анимацию, заходим в аватар. Далее заходим в Animation Editor. И здесь нужно выбрать нашего персонажа. Нажимаем Create. Слева есть кнопочка Face Capture. На нее нужно нажать. И теперь указать нашу веб-камеру. Для этого нажимаем на три точки, и здесь появляется окно, в котором выбираем веб-камеру. И готово. Теперь наш персонаж умеет вращать голову, открывать рот, даже моргать и выполнять кучу различных движений ртом. На этом все. Всем пока.